Если вы ищете что-то новое и необычное для своего цветника, посадите такое эффектное растение, как трахелиум. Считается, что родом этот красивый многолетник из Греции, хотя он широко распространен по всей территории Средиземноморья. В наши дни он обрел огромную популярность в садоводстве. Трахелиум стали выращивать во всем мире, но в садах средней полосы о нем пока мало кто знает. Возможно, потому что этот вечно зеленый многолетний полукустарник в холодных садах культивируют как однолетник. Хотя трахелиум с похолодания можно выкопать и занести на зимовку в дом. А проще всего его сразу высадить в объемный контейнер. Этот красивый полукустарник легко украсит не только сад, придомовую зону, но и ваш интерьер. В зависимости от сорта, объем и окраска соцветий, а также размеры кроны сильно отличаются. В основном высота составляет от 35 до 80 см. Куст состоит из прочных, прямостоящих и хорошо ветвящихся побегов и удлиненной, насыщенно зеленой либо с фиолетово-пурпурным оттенком листвы. Цветочки словно звездочки, очень мелкие, хотя их в соцветии невероятное множество, отчего пышные яркие метелки трахелиума эффектно выделяются в любом цветнике. Особое очарование цветам придают длинные тычинки. Благодаря им кажется, будто цветочные щитки со своеобразным опушением. Такое диковинное растение с легкостью преобразит любую клумбу, привнеся в сад море ярких красок и нестандартной формы цветов. Из трахелиума легко составить самые необычные и интересные композиции, которые будут радовать своим красочным цветением и приятным ванильным ароматом до самых холодов. В садах с мягким климатом трахелиум цветет до глубокой осени. А чтобы продлить завязывание цветов, отцветшие метелки лучше вовремя удалять. Благодаря высокой засухоустойчивости и неприхотливости к качеству грунта, трахелиум можно высаживать в каменистых садах, на альпийских горках и на южных склонах. В естественной природе этот многолетник часто встречается растущим на скалах и среди расщелин камней. Но для обильного цветения в состав лучше добавить питательный рыхлый грунт. В период активной вегетации кусты подкармливают примерно 2 раза в месяц. Для поддержания плодородия почвы под основание кустов время от времени можно вносить хорошо перепревший компост. А вот тяжелый и чрезмерно влажный грунт этому растению не подходит. При посадке обязательно используйте рыхлую землю нейтральной реакции, а на дно посадочной ямы кладите слой дренажа. Трахелиум выращивают не только в открытом грунте, но и как горшечную культуру, например, на балконе, террасе или как комнатное растение. При тепличном и домашнем культивировании этот многолетник зацветает уже весной. Зимой горшки переносят светлое, но прохладное помещение с температурой не ниже плюс 10 градусов. Среди этого полукустарника есть разные эффектные сорта. В садовых магазинах продают семена и уже выращенные саженцы с белой, розовой, фиолетовой, сине-сиреневой и прочей окраской соцветий. Ароматное цветение этого полукустарника привлечет в ваш сад много красивых бабочек и полезных насекомых-опылителей. По окончании цветения на побегах формируются мелкие ребристые коробочки с семенами. Посев на рассаду проводят уже в феврале, начале марта. Для этого используют рыхлый грунт нейтральной реакции с добавлением речного песка. Семена очень мелкие, поэтому их раскладывают по поверхности в меру влажной почвы, не заглубляя. Сверху землей тоже не присыпают. После сбрызгивают водой из мелкодисперсного пульверизатора. Дополнительно сверху можно слегка припудрить песком. Далее посевы накрывают стеклом или пленкой и ставят светлое место с температурой плюс 15-18. Как всходы проклюнутся, пленку убирают и переносят контейнеры в более теплое место. Для образования боковых побегов молодые сеянцы надо прищипывать. А в открытый грунт рассаду переваливают после того, как минует угроза возвратных весенних заморозков. Этот многолетник является засухоустойчивым, однако за молодой рассадой придется в первое время ухаживать. Сеянцы, не достигшие высоты 30 см, понадобится своевременно поливать, пока кустики не нарастят хорошую корневую систему. Намного проще размножить трахелиум с помощью деления куста. Но делать это лучше с кустами, которые уже достигли трехлетнего возраста. Для цветочного бизнеса
Семена на рассаду высевают уже в январе. Данный метод подходит для тепличного выращивания трахелиума в целях получения его раннего цветения. Эти красочные цветы невероятно популярны у флористов. Из ярких, привлекательных соцветий трахелиума получаются красивые и небанальные букеты. Веточки долго стоят в срезанном виде, не теряя своего декоративного вида. С помощью этого необычного эффектного растения можно украсить альпийские горки, подпорные стенки, создать пышно цветущие бордюры и самые красочные композиции. Трахелиум будет радовать вас своим ярким цветением до прихода осенних морозов. Его ароматные соцветия смогут украсить домашний интерьер, как в срезке в букете, так и при комнатном горшечном выращивании. Друзья, посоветуйте, какие еще необычные и редкие цветы для сада и дома вы можете порекомендовать. Я буду благодарна всем вашим комментариям, добрым советам и лайкам. Не забывайте также подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых роликов. А если вам это видео было хоть немного полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк. И до новых встреч на нашем канале!